«Скажи наркотикам нет» – название акции, которую специалисты областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья на протяжении нескольких дней проводили совместно с медиками и правоохранителями. В рамках очередной встречи они рассказывали учащимся Брестского колледжа связи о том, насколько актуальна проблема наркомании для Беларуси и почему сегодня молодые люди должны быть особенно бдительными. Цель этой акции, конечно, повысить бдительность детей к тому, чтобы они не употребляли наркотики, к тому, чтобы они не становились курьерами, чтобы вообще отстранить от них проблему употребления наркотических веществ. Проблема детской и подростковой наркомании в последнее время не теряет своей актуальности. Особенно остро тема зазвучала несколько лет назад с появлением у нелегальных торговцев так называемых спайсов. Были случаи, когда это вещество становилось причиной серьезных психических расстройств и припадков. Справиться с таким состоянием крайне сложно. И даже если это возможно, то время играет здесь главную роль. Да, законодательство последних лет серьезно ужесточило ответственность за распространение наркотических средств. Однако злоумышленники также ищут новые схемы сбыта и реализации. К сожалению, вот аудитория, которая представлена вот именно вот в этом возрастном диапазоне, не попадает в самую зону риска. Они легко подчиняемы, они легко внушаемы, им рассказывают, что это интересно, нужно попробовать, они начинают пробовать, заканчиваются деньги, и им предлагают дальше начинать торговать. И вот эта акция, она больше направлена не на какие-то там пустые моменты, а на то, чтобы предупредить эту ситуацию. Потому что если они уже попались, уже вступают в силу не просто какие-то там моральные ценности, уже вступают в силу закон. Проведение подобных круглых столов и семинаров станет еще одной ступенькой на пути формирования грамотного поведения молодежи. Реализация превентивных мероприятий будет продолжена. Анастасия Ноздрин, Плотницкий, Андрей Щербо, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «Буг-ТВ».